Всем привет, меня зовут Карина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня вы увидите, как я буду перерисовывать одну из моих старых работ. Только посмотрите, пожалуйста, на это великолепие. Вот, пожалуйста, такие вот лица. Зайдите на губы этого парня. Просто без комментариев. Я не знаю, понимаете, я рисовала, когда уже у меня был нормальный более-менее уровень рисования. Почему я сделала вот так? Почему у нее 4 пальца на руке, а у него рука больше, чем голова, просто как у Шрека? Я не понимаю. Это наглядный пример того, что получается, когда я рисую прямо из головы, без всякого референса. Мне нравился такой стиль, знаете, типа как диснеевский, да, такой мультяшный. И я пыталась рисовать всякие рисуночки в таком вот стиле. Но почему я сделала ему бордовые губы, как накрашенные таким матовым блеском, я не знаю. Вообще я чаще всего выкидываю все свои плохие работы. Мне стыдно, если кто-то увидит, что не подумает. Этот рисунок, это у меня из головы, у меня бывают такие, возникают какие-то сцены в голове. И это такая вот романтичная сцена, предполагается, там осень, парочка влюбленная. Предлагаю поговорить немножко о романтической теме. Какие у вас любимые фильмы романтические? Мне, например, очень нравится один из моих любимых фильмов, это классика «Гордость и предубеждение». Просто я в восторге, потому что я люблю фильмы, у которых нет никаких, знаете, пошлостей. Там этот фильм такой чистый, такой искренний, светлый, очень мне нравится. Я вот прям пересматриваю, слезами обливаюсь от того, какой потрясающий фильм. Еще мне очень нравится «Привет, Джули». Я знаю, что мало кто слышал про этот фильм, он тоже классный вообще. Первая любовь показана, очень милый, добрый такой, тоже веселый. Честно скажу, да, я знаю, меня еще закидают, наверное, тапками, но... Я до сих пор люблю «Сумерки», я не знаю, когда только появились книги эти, я их просто до дыр зачитывала, перечитывала, новая книга выходила, я сразу покупала, читала, все в голове представляла, каким будет фильм, потом, когда начали выходить фильмы, я все фильмы тоже, конечно же, по 1000 раз попересматривала, на последнюю часть ходила в кино с подругами, в общем, мне тоже нравится, я не знаю, почему его хайп, по-моему, классный фильм, классная история, вообще, какое воображение богатое, это Стефани Майер, она вообще молодец, я все жду, когда у нее выйдут новые книги, но, к сожалению, у нее, видимо, какой-нибудь арт-блок или что, я не знаю, но она ничего не выпускает. А мне еще очень нравилось в школе «Расти за любовь». Это тоже такая комедия, ну, она не то чтобы потрясающая, но просто мне сама задумка понравилась, там мужчина, ему 40 лет, а девочке 20, там, по-моему, ну, в общем, у них огромная разница в возрасте, вот они влюбились друг в друга. И, ну, стали, ну, начали, короче, встречаться, потом поженились в итоге. «Война невест» тоже мне нравится, такая хорошая комедия добрая. Очень классный фильм «Письма к Джульетте». Такой просто простой, вот посмотреть, расслабиться, каких пошлых сцен, такой светлый, хороший фильм мне нравится. Для тех, кто любит добрые романтичные фильмы, я думаю, это годится вполне. А сама я хочу глянуть, вот уже себе набросала списочек небольшой из 3 фильмов. Хочу глянуть «Эмма» 2020 года. Не знаю, когда он там выйдет. В смысле, в кино уже сейчас нельзя ходить, но он рано или поздно здесь появится в интернете. Еще хочу глянуть «Маленькие женщины». По-моему, так переводится на русский. «Little Women». Хочу посмотреть «Белль». Я не знаю, как переводится на русский. Еще не смотрела, просто увидела кого-то, видимо, в Инстаграме. 2013 года. Наверное, это какая-то сказка. Возможно, это касается и чудовища, одна из интерпретаций. Честно говоря, я не уверена. Вот в итоге, что получилось с моей перерисовочки. Не то чтобы намного лучше, но хоть чуть-чуть. И цвета уже какие-то появились, и вроде у него нет этих ужасных бордовых губ. Я вообще, конечно, изменила полностью лица, как вы заметили, потому что на самом-то деле то, что было в оригинале, я не так задумывала эти лица абсолютно. Вот сейчас уже это ближе к тому, что у меня было в голове, как идея. Я порекомендовала вам пару фильмецов, которые можно глянуть во время карантина, отвлечься от наших насущных проблем. Не забудьте поставить палец вверх, написать какой-нибудь хороший комментарий и подписаться на мой канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!